Бизнес-миссия Нижегородской области этой осенью поедет в Китай. Соглашение о сотрудничестве правительства Нижегородской области и народного правительства провинции Хубэй в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах подписано на заседании Совета по межрегиональному взаимодействию в формате «Волга-Янцзы», которое прошло в Чебоксарах. Наш регион рассчитывает на рост турпотока из КНР. Так, количество китайских туристов, посетивших Нижегородскую область, уже выросло почти на треть. В 2018-м к нам приехали 1138 человек из Китая. Среди главных направлений сотрудничества – рост экспорта продукции химической промышленности, машиностроения, автомобилестроения, судостроения и продуктов. Как было отмечено, только за первый квартал 2019 года товарооборот с Китаем вырос на 31%, то есть почти на треть. Конечно же, наша задача – значительно увеличивать товарооборот. Мы понимаем, что товарооборот не просто для товарооборота – это новые рабочие места, это новые, более высокие заработные платы, более высокие технологичные рабочие места. Ну, в общем, это развитие экономики, развитие жизни.